В эфире программа «Знак качества». И сейчас мы начнем с того места, которое было однозначно одобрено не только рязанцами, гостями города, но и известной телевизионной программой «Ревизорро». Поехали! Мы отправились со своей проверкой на качество в «Аквоклуб» в центре Рязани, на территории которого круглый год царит лето. Честно говоря, я была в «Аквоклубе Акапулько» на вечеринках в обычные дни, а вот на анимационную программу отправлюсь впервые. Сейчас мы увидим, как она проходит. Каждый час по воскресеньям для детей и взрослых здесь начинается анимационная программа с конкурсами, призами и сюрпризами. В этот раз дети упражнялись в умении танцевать лимбо, проходя как можно ниже под натянутой лентой. Совершали большие заплывы для того, чтобы собрать и принести на берег воображаемые сокровища. Играли в городки и выполняли массу других заданий, с которыми справиться могли даже самые юные участники. Победителями стали все. Меня зовут Даша, мне очень понравился конкурс. Конкурсы? А что тебе именно в них понравилось? Когда мы ходили за шариками. Что самое сложное в конкурсах? Ты в них принимаешь участие? Да, всегда. Сложное то, что ты под конец устаешь, и бывает, что ты останавливаешься и не доходишь до конца. Так что вы чувствуете, когда ваши чада бегают, прыгают, танцуют? Радость за них, радость и удовлетворение того, что ребенок радуется. Ну, поддерживаем, конечно, и болеем тоже. Многие из гостей давно знают об анимационных программах, которые проводятся в Акапулько. Приезжают сюда специально из Тулы, из Луховиц и Коломны. Здесь организован настоящий семейный отдых. Для каждого найдется занятие по душе. И пока дети веселятся и получают заряд позитива, родители умиляются. В это время они могут спокойно посидеть в джакузи. Мы приехали из Тулы сюда специально покататься, покупаться. Здесь замечательно, очень понравилось. Да. Слушай, а недалеко из Тулы-то? Нет. А нам хорошо вместе. Оно того стоит. Да. Расскажи, ты первый раз здесь или уже была? Я, наверное, 50 какой-то раз здесь. Можно отдохнуть в любую погоду. Насладиться водой, теплом. Между тем мы отправились на экскурсию по Акапулько, чтобы увидеть, что здесь есть для каждого из отдыхающих. Хамам – известная турецкая баня. Здесь очень приятно греться на теплом мраморе. И пар работает над вашей кожей и совсем не мешает дышать. Хамам – замечательно. Что вам там понравилось? Нам понравилось все такое гладкое, мягкое, теплое. Другой вариант – финская сауна, которая усиливает метаболические процессы в организме. И, конечно, русская баня. В традиционной бане микроклимат оказывает положительное влияние на весь организм, но особо заметно влияние горячего пара на нервную систему. Отлично, настроение прекрасное. Приедем еще раз к вам. Мы из Коломны, мы не местные ваши. После посещения любой из парилок можно окунуться в ледяную купель или попасть под ведро с водой. И, конечно, любимый всеми большой бассейн. Не только взрослые, но и дети облюбовали это место. Ведь для тех, кто еще не умеет плавать или не уверенно чувствует себя в воде, есть жилеты и нарукавники. Но родителям все равно нужно быть бдительными и присматривать за детьми. Ведь вода – это место повышенной опасности. Из большого бассейна можно попасть в закрытый грот с течением или забраться на водную горку, чтобы с новым настроением оказаться в воде. Просто супер! Она закручивается. Замечательно, я вся промокла, но довольна. Для детей здесь существует отдельная зона. В отличие от взрослого бассейна, в котором поддерживается температура воды 28 градусов, в маленьком теплее 32, как на море. Горки, фонтанчики и детская глубина – это дает радость юному поколению и спокойствие родителям. Так что по итогам экскурсии становится ясно, что здесь комфортно наслаждаться отдыхом всей семьей. Ко всему прочему, в акваклубе «Акапулько» для взрослых организованы занятия по акваэробике. Бассейн большой, поэтому всем спортсменам комфортно здесь тренироваться. Занятия под водой являются хорошей альтернативой обычной аэробике. За счет дополнительного сопротивления усиливается результат. Более того, происходит массажный и лимфодренажный эффект. Занимаюсь акваэробикой, можно сказать, с момента основания. Уже 7 лет в этом здании. Очень мне все нравится, особенно наш тренер Светлана. Замечательный тренер. Заниматься с ней одно удовольствие. Что касается качества,
качество воды она проходит 3 ступени очистки, а уровень pH поддерживается в санитарной норме в автоматическом режиме. Для многодетных семей, студентов, пенсионеров действует постоянная скидка 40% на любой тариф. Кроме того, на сайте Акапулько появляются предложения со скидками до 80%. За этим остается следить в интернете. Именинники в течение недели могут купаться здесь бесплатно. Более того, акваклуб занимается и благотворительной деятельностью. Акваклуб Акапулько сотрудничает с Рыбновским интернатом и Рязанским домом малютки. Детки имеют возможность бесплатно купаться. Проведя в Акапулько целый день, мы убедились, что здесь действительно уютно, чисто и тепло. Также оценили это место и представители программы «Ревизорро». Ольга Романовская приехала в Акапулько весной 2016 года вечером под закрытие и держала в тонусе весь персонал до последнего момента съемок. А знаете, что я нашла на дне вашего бассейна? Наклеечку «Ревизорро». Проверено. Поздравляю. Так что проверенный пляж, ресторан с демократичной кухней, горки, джакузи и теплая вода – все это в центре Рязани на улице Маяковского, 1А. И обладать настолько качественным отдыхом может любой искатель гармонии или приключений. Выбирать вам –